Приветствую тебя, могущественный Маннарох. Как идет вторжение? Ха! Эти жалкие людишки не способны противостоять нам. Значит, плеть хорошо делает свое дело. В отличие кое от кого другого. Не насмехайся надо мной, повелитель ужаса. Я знаю о том, что сделали орки. Я найду их и накажу лично. Именно поэтому я и появился здесь. Думаю, тебя обрадует известие, что орков здесь больше нет. Что? Ты уверен? Уверен, как никогда, Маннарох. По крайней мере, мои агенты никогда меня не подводили. По их сведениям, орки высадились в Калимдоре. Калимдор? На что они могут? Ха! Орки мои по праву, и я верну их, куда бы они ни сбежали. А ты мой, Маннарох. И лучше бы тебе об этом не забывать. Мы будем следить за этими ослушниками и ждать. Хотя они не оправдали наших надежд, они еще могут нам пригодиться. Вождь, мы уже неделю тащимся по этим пустошам, а драться приходится лишь с какими-то жеребцами да свинолюдами. Где настоящие враги? Да, скука и палящее солнце всем нам осточертели. Но мы будем двигаться дальше. Мы должны увидеть Оракула. Как скажешь, вождь. Смотрите, там воины клана боевых топоров. Они дерутся с людьми. Что? Локтар воины, поможем Задирье. Мерзкие орки, как вы посмели ступить на эту землю? Побереги глотку, человечишка. Она тебе еще понадобится вопить погромче, когда я начну отрывать тебе руки. Всем кулите. Мы снова продолжаем играть в Warcraft. Кстати, миссия довольно противная. Не знаю, справлюсь ли я. Я уже попытался два раза, и два раза не получилось у меня. Особенно если я вот так вот тупить буду. Так. Нужно сразу ставить дом вождей. Два вот этих вот логова и барак. Что, черт возьми, происходит? Как вообще здесь оказались эти людишки? Да примерно так же, как и мы, братишка. Кстати, их вождь — девчонка по имени Праудмур. Ее войска перекрыли перевал, ведущий на север. Значит, придется идти по перевалу, перекрытому ее войсками. Наши охотники разведают обстановку, а мы пока разобьем лагерь. До тех пор людей не трогать. Как скажешь, вождь. Делай жесту! Делай сделал! Такая была сцена смешная, где Маннарох такой: «Они мои!» Архимон такой: «А ты мой!» И мы все вместе: «А ты мой! А ты моя!» И мы любим друг друга. Как? Так, новый вид войск. Кадои. Кадои — это круто, на самом деле. Так, делаем глухую застройку, чтоб сильно по базе моей никто не шлёндал. Сразу золото. Чем быстрее начну добычу золота, тем лучше. Так. Пока еще карту подзачистим. У травы можно получить уровни, поэтому надо этим пользоваться.
Так, бугая чуть-чуть отведем. И быстренько все это дело зафармим. Пока что еще не прока... А, забыл еще одного. Добиваем. Идем теперь сюда. Тут у нас еще есть фраги. Сразу делаем. Так, всадника выводим из фотфокуса, а то его сейчас мне чамкнут. Все, отлично. Максимально получили уровень, который можно. Так, золото уже можно добывать? Надо сразу это делать. Еще рабочих нанимаем для этого. Командир, в округе замечено множество людских лагерей. Еще мы нашли мастерскую гоблинов, хорошо защищенную с севера. Интересно. Если нам удастся без лишнего шума добраться до гоблинов, мы сможем нанять их дирижабли и пролететь над перевалом. Что там, кстати, у Грома? А у него нормально тут так. Армия большая, база большая. Так, золото добывается вовсю. Сразу крепость вождей делаем. А если отменить, сколько я получу? Ну ладно, пока отменять не будем. Будем смотреть за Громом, что он делает. А он делает то, что он решает напасть на врагов. На врагов решает он напасть. Я не наркоман, просто. Больше ждать не могу. Сложная миссия. Люди должны быть уничтожены. Вождь, клан боевых топоров нарушил твой приказ и напал на людей. Проклятье. Остается только одно — драться. Усилить оборону. С задирой я потом разберусь. Так, ну он там сейчас сильно огребет. Он как... Это будет прям вот 100%. Дополнительное задание. Уничтожьте все лагеря людей. Основное задание — там надо дирижабли вот эти получить. Которые вот тут... Чё там, Гром, ты уже готов отправиться на кладбище? Так, еще двух бугаёв нанимаем. Гром сдох. Травы оставим здесь. Это важно. Потому что эти гады могут контратаковать. Вот, я их заагрю и приведу к Грому. Гром с ними легко расправится у себя на базе. А вот если они ко мне придут, то мне не поздоровится. Мягко говоря. Вот. А мы готовимся к тому, чтобы напасть вместе с Громом на одну из баз. Ну, как я и говорил, они нападают. Я их агрю сразу и веду к Грому. Потихоньку бью. И убегаю. Нас атакуют. Давайте, давайте, за мной. Гром обосрался, а я давай исправляй. Не будет этого нифига. Давайте, ребята. Заодно Трау у меня опыт получит. За все эти фраги. Так, дом вождей я получил. На город наших союзников. Делаем катапульты. Это важно. Парочку, даже троечку. И сразу же делаем еще... Еще логово. Враги напали на город наших союзников. Да-да-да, напали. Отлично, 4-й уровень. Берем молнию, конечно же. Так, и готовимся к тому, что скоро Гром опять пойдет атаковать. В идеале мне нужен еще один рабочий на дерево. Потом нужно прокачать грабеж. Тоже хорошая штука. Ждем катапульты наши.
Не знаю, когда он пойдет атаковать. Он пойдет атаковать еще одну базу. Вот, а я готовлюсь к третьей базе. То есть там всего их 4 базы. Четвертая даже не знаю где. Я знаю, что вот эта синяя, тут еще одна. И вот здесь вот чуть ниже одна. Вот я на нижнюю хочу напасть. Так, теперь строим зверинец. Зверинец нам тоже нужен. Пойти, может быть, на вот эту напасть, но смысла нет. Мне не дадут это сделать. Точнее, мне будет очень неудобно играть с этой базой. Мне нужна база поближе к себе. Поэтому я сейчас это тоже скипаю, его действия. И усиливаю свою армию. Исследование завершено. Потом прохожу катком по вот этой базе. Прям в хлам ее разношу. Опять Вождь, трава ставим сюда. Боевых топоров напал еще на один людской лагерь. Может быть, это и есть наша судьба. Вечный бой с людьми. Так, что у нас сейчас имеется? У нас имеется 4 бугая, 2 всадника, кодой. Мне нужен еще один кодой и еще всадники. И, возможно, охотники за головами еще. И улучшения все, желательно. Агрим теперь вот этих челов и ведем на ту базу, опять же. Но эти поопаснее будут. У этих есть мортиры. Мортиры больно делают зданиям. Их тем более мне надо вести не на свою базу. Все, загрели. Прощайте, ребята. Глядишь, и 5-й уровень сейчас подниму. Оп. Мортиру надо желательно добить. Сетка, не знаю, нужна ли мне. По-моему, сетка мне не нужна. Не буду тратить лишние деньги на это, потому что мне сетка действительно не нужна, как бы. Так, в данный момент у меня 10 юнитов плюс герой. Надо еще 2 охотника за головами. Здесь сейчас... Ну, пока нет золота, сейчас золото появится. Еще одно логово ставлю. Вышек надо башен поставить немножко. В общем, вовсю готовлюсь к тому, чтобы напасть на еще одну базу. Исследование завершено. Исследование завершено. Отправим траву опять на патруль, так сказать. А то мало ли синий решит напасть. Мне он тут не нужен. Так. Армия почти готова у меня. Это у меня будет мой гангающий отряд. Пушущий, я бы сказал. Я же на базу пойду. Так, все, надо выдвигаться. Все, идем. Блин, тут у меня еще появился один юнит. Вот сейчас все, готово. Идем вместе со всеми. Желательно бы еще трава туда, но... Дело сделано. Ладно, пойдем пока так просто. А туда мы наймем одного вот сюда всадника. И пойдем пушить. Правда, я очень не успеваю.
Так, вышку первую сразу сломали быстро. Катапульты работают. Так, катапультами желательно бить по людям, потому что начнешь бить здание, они сразу сагрятся. Ну, хотя вот, наверное, уже надо бить здание. Так, отлично, пятый уровень. Вызываем новых волков. Жмем свитки, чтобы быстренько это все у меня прошло. Чтобы... О, кстати, синий на меня нападает. Сейчас я его отведу на базу грома. Парни, не стукайте. Я знаю, куда веду вас. Тут у меня все окей. Правильно же? Нет, я не доконтролил. Я не доконтролил. Беги, беги, беги. На север, на восток. Так, за мной, парень. Даже если он сдохнет, это будет не беда. Нужно засейвить мою базу. Все, отлично. Отлично. Тут у меня как дела? У меня тут чилят все. Враги напали на город наших союзников. Да пофигу, на кого они напали. Все у них хорошо. Главное чекать еще дворф. Дворф тоже проблемный. Так, сломали бараки. Вторые. Все изи пока что. Денег много, дерева чуть-чуть не хватает. Значит, отводим одного рабочего на дерево. Исследование завершено. Нанимаем еще одного всадника. И здесь еще одного рабочего сюда берем. И сразу же расход меняется. Офигенно, чё. Так, ставим... Чё ставим? Еще одно логово. И, наверное, вышку надо... Две вышки надо. Вот так. Шо у нас тут? Все окей. Надо ратушу сломать. У Грома, кстати, очень много живых этих юнитов, к слову сказать. Так, а куда идет этот огр? Орк, то есть. Куда это он чапает? Они идут к задире? Или шо? Да, видать, они идут к нему, и он сейчас пойдет опять куда-то атаковать. Не сбавлять темп, так сказать. Неплохо, шо, могу сказать. Так, ставим здесь сразу базу. Тут мы все спушили почти. Дело сделано. У Грома становится сильнее его армия. И мы с ней, с этой армией... отправляемся на следующую базу Альянса, но там мы уже не будем базу делать. Там надо максимально сломать их, чтобы они меня не пушили. Плюс надо дворфа как-то отдефать. Что у меня не хватает? У меня не хватает всадников конкретно. Нужны всадники. Идем за Громом. Всадника одного оставляем здесь. Если что, он отагрит. В этот раз я вовремя приду с Громом. Не заслакаю момент. Дело сделано. Не особо вовремя я пришел. Обещал не заслакать, но что-то заслакал, как обычно. Молнию сразу. Волков. Не пройдете, ребята, вы тут. Катапульты идут ломать еще одну вышку. Чекаем карту, никого нет. Еще один всадник бежит сюда. Дело сделано. Нас атакуют.
Чё-то, походу, я обосрался, не заметил гоблина. Ой, дворфа, то есть. Что делать, что делать? Что-то надо делать. Они меня сейчас там трахнут. Сюда, парни. Но мне нельзя отвлекаться, мне надо тут все наладить. Так, куда задира побежал? Почему он не у меня там? Чё за фигня? Так, они хотят со мной пойти? Нас атакуют. Так. Снайпер надо добить. Теперь надо героя их добить. Шо у меня тут происходит? Блин, я так плохо контролю все. Просто забей. Две есть эти. Два тавера. Я в темп не успеваю, короче. Сейчас на мою вторую нычку придет синий чел, к примеру. А у меня тут уже нифига нету. Только вышки стоят. Так, главное сломать. Так, тут у меня живые парни. Быстренько опять налаживаем добычу. Строим. Я не могу строить, понятно. Есть золото. Все, строим. Че у меня, как тут процесс? Нужны еще волчары. Ломаем барак. Барак важен. Важно его сломать двумя катапультами. В принципе, я должен справиться. Пока бугай бегает. Сломаю им бараки. Сколько у него тут? Два барака. Это будет сильный удар, понимаю, надеюсь. Так, все, теперь идем туда. Так, эту надо засейвить как-то катапульту. Да почему не ставится-то? Так, как-то надо жить. Жить, надеяться и верить, что меня не убьют. Гром в это время нападает на синего чела. Так, мне нужно больше логов. Логов. Налогов. Плати налоги, как говорится. А в это время я ломаю еще одну. Один барак. Призываю волчар. Барак сломан. Все, катапульты живут. Отлично. Убиваем пехотинца этого, и все у меня отлично будет. Так, логово строится. Всадник нанимается. Теперь мы идем за вот этой вышкой. Нас атакуют. Да знаю я, что меня атакуют. Это я скорее атакую. Так, ну они дефают, молодцы. Но эту катапульту я не отдам, ребят. Дело сделано. Вы как дело хотите, дело. А я задефаю это говно. Нет. Он добьет? Он добьет. Без вариантов, тупо. Но я такое не прощу, брат. И я не буду бить раз твои здания. Ломали. А, мне уже ломают нычку мою. Плохо. Нас атакуют. Нас атакуют. Thank you.
Так, как в этой игре у меня ситуация получше. Как бы мою базу хотя бы основную не спушили. Уже что-то. Так, ребята, я вам не дам ничего сделать. Запомните. Я вообще ничего вам не дам сделать. Я сейчас сломаю второго чела и буду воевать против двух. Против двух вообще проблемы нет никакой. Сейчас еще раз волков призову и посмотрим, что ты сделаешь мне. Зеленый чел. Он продолжает набирать тут кого-то. Нанимать рабочих зачем-то. Это зря он делает. Так, единственное, что меня может сейчас очень сильно подвести, если на мою основную базу нападут. Но пока что вроде этого не происходит. Так, у меня много золота, дерева мало. Но у меня трое людей, трое рабочих на дереве. Так что это, в принципе, все нормально. Нужно не давать добывать золото. Все, отлично. Продолжаем ломать здание. Сюда одну катапульту приводим. Фух, наконец-то я добился в этой миссии играбельных условий. Потому что до этого это было просто невыносимо. Делаем кадоэ, двух всадников, катапульту, бугая. Вот так вот, короче, у нас будет такая вот армия. Так, всадник никого не видит. Да шо, он уже двоих там нанял? Ну, ребят, это ничего вы не сможете, я буду ломать всех рабочих, буду карать нещадно. Вот этого тоже. Все, больше рабочих не будет. Отлично. Второго мы тоже наказали. На кого он нападает теперь? Меня вот этот вопрос интересует. На дворфа? Видать, на дворфа. Может поддержать его? Кстати, а дворф тоже решил напасть. Любопытно. Надо помочь ему. Я только всеми руками за то, чтобы продолжить нагнетать эту ситуацию. Нас атакуют. Кто там меня атакует? Нельзя меня атаковать. Живи, брат. Блин, скотина. Ну ничего страшного. Сейчас я ему покажу, где раки зимуют. Катапульты приведу свои. Так, ну, орку там нечего делать, бугаю. Я его заберу. Всю армию мне желательно собрать вот здесь. Кадоэ тоже. Единственное, вот этого парня я вот здесь оставлю на случай, если синий нападет. Так, ну пока он отвлекает, я нападу. Блин, быстро мне сейчас убьют всадника. И чё у меня стоит тут это все? Нормально, я травом танкую две вышки. Тупо профессионал. Блин, ну это все плохо очень. Мне не нравится, как идут дела у меня в нападении. Лучше я отойду. Это какая-то такая себе стрёмная атака. Тут у меня пока все пушится. Мы отходим. Да отвянь. Он сломал катапульту и кадоя мне сейчас убьет. Все, я горю. Я псих. Я псих, все. Я сейчас... Не, ну ладно, я не настолько псих. Я лучше отойду. Ну, у меня подгорает с того, что сейчас сделал этот маленький снайпер. И это прям забей. Погиб герой наших союзников. А этот дохнет по КД, ему нормально.
чего у меня там с золотом? 9000. Мне уже надо задумываться над тем, чтобы повторить заселение башни. Ой, заселение нычки еще одной башни, что я несу. Наверное, стоит это сделать. Рабочего отправлю. А здесь буду чекать, чтоб никто не напал. Так. Ну, армия, к слову, мне нужна вот здесь. Больше. Чем здесь. Здесь на меня уже никто не нападет. Здесь же нету его. Он где-то в другом месте. Точнее, где-то. Вот он. Я же двоих снес, по факту. Вот здесь вот еще сейчас сломаем ферму. И все окей. Сейчас я покажу вам, ребята, как играть в эту игру. Так, все, можно строить еще одну нычку. Так, а они сейчас сразу ко мне идут, да? Угу. А я их буду агрить? А я буду их агрить. Буду агрить, буду бить. Вот так вот, ребята, ко мне. Постройте логово. Ну, мне надо вести их по-любому. Иначе, даже если герой погибнет. Иначе я очень много потеряю. И нычку, которую только что поставил. Все. Задача выполнена. Игра выиграна. Все. Изи-катка. Так, катапульту возвращаем. Всю эту армию ведем вот сюда. Трава у меня живой. Всадника тоже ведем сюда. Ой, мне бьют моего трава. Да я не боюсь вас, ребят. Логово надо построить. Вот здесь логово ставим. Не, вот здесь вот хочу. Здесь и вот здесь. И обратно на золото. Так. Ну, он идет нападать. С всадниками, кстати. Не с какой-то там вшивой армией. А на кого? На синего? Нет, на дворфа идет. Вот это у меня будет первая армия. Катапульты, это у меня вторая. Катапульты идут бить строение. Остальные ребята идут ломать лица. Тут у меня почти все готово. Ты тоже построй одно логово. Да ну за шо? Дело сделано. А чё, где гром? А, гром живой, кстати. Катапульты не потерять. Дело сделано. Так, все живут. Отлично. Все хорошо, как. Главное, мортиры эти. Объяснить мортирам, что они не правы. Не ломай. Не беси меня. А бугай пускай чекает синего. Вот здесь вот. Главное сломать это. Мастерскую. Тут и мортиры вылазят сраные. Ненавижу мортиры. Так, снайпера забрали. Идем теперь ломать этого. Все, отлично. Помогаем ломать мастерскую. Охотника за головами тоже на базу, на их отводим.
Мастерская минус. Отлично. Теперь идем объяснять вот этим парням. То что ты хочешь от меня? Не трогай. Нас атакуют. Так, добываем золото с этой базы. Гром пошел сразу с рабочими общаться. Нас атакуют. Надо еще катапульты, кадоя. Все вот это сюда вести надо. А у них один барак, одна мастерская. Вот в чем у них фишка. Понял. Золото вовсю добывается. Запас дерева есть. Интересно, Гром спушит в соло синего? Или нет? Хотя это вряд ли. Так. Волка. Волков вообще надо ставить вот сюда. И рабочим объяснять, что они не правы. Все, с этим мы тоже покончили. Аллилуйя, блин. Наконец-то это кончилось. Так, все идем ломать. Еще ничего не кончилось. Но уже расслабуха пошла. Уже прям вот, да. Уже все на изичах, можно сказать. Так, куда идут его люди? Ну, видимо, идут ко мне. Вряд ли они на синего сейчас сразу пойдут. Надо постепенно как-то все это. А, все, идут, они уже идут. Окей. Нанимаем волчьих всадников. Катапульты, все вот это говно. Идем помогать ему. Алло. Эти тоже идут помогать. Молодые. Остаются пока только катапульты. Не знаю, может, не стоило, но помогать ему сейчас. Хотя какая разница, когда? Нас атакуют. Это же по факту ничего не решает. Ладно, нет, не пойду. Буду ждать. Чего, у него там один гром живой? Не, нет смысла. Что, все доломали? Отлично. Так, все. Отлично. Да и насрать на него. Ну, все равно непослушный гад. Так. Еще кадоя можно. Много. Нет, вот так вот сделаем. Хочу прям мощно, чтобы все было. Вот это у меня сзади будет. Больше мне катапульт не надо. Нас атакуют! Так, а вы что встали? Тут надо атаковать. Нифига там бомбежка пошла. Серьезная. Нужно золото. Еще надо молнию. И надо обязательно добить мортиры эти сраные.
Не-не-не, отойдем. Вот так вот отойдем. А теперь объясним. Чего? Ну, это он неплохо придумал на самом деле. Так. Еще хватит на всадника? Да, хватит, все хватает. Ладно, делаем вот так. Все равно грома надо ждать. Теперь точно. Я задефал, как бы. Можно сказать так. Кто у меня тут? Кадо еще один. Запасной кадой. Тан-та-дан-та-дан-тан-тан. Ну вот у него, видать, отряд, который он хочет отправить. Я надеюсь. Нужно золото. Так, еще всадников нанимаем. И еще будет одна катапульта. Типа они очень большой урон наносят по зданиям. Как раз то, что нужно. Ты вообще планируешь там двигаться, алё? Телодвижения хоть какие-то будут? Еще у всадника пускай делает. Ладно, признаю, миссия не сложная. Она... Просто нужно понять, что от тебя требуется. Что нужно именно по темпу. Сделать все по темпу. Шмоточка, кстати. Отлично, забрали. Здесь, кстати, что-то есть. Надо будет туда сходить. Все, нападаем. Блин, как же он не в тему это делает. Сразу бараки. Бараки и нураки. Так. Теперь надо вот эту фигню сломать. Типа оттуда выходят присты. А, тут у них, кстати, три здания, делающих юниты. То есть вот магическая. И осталась вот эта артиллерия. Я, наверное, просто пойду ее и сломаю. Зачем мне вообще париться, зачем-то что-то придумывать, когда можно просто... Вот так вот сделать. Ну вот и все, победа. Так. Еще вот так сделаем, чтобы все было прокачано. Ну и, видимо, это победа. Так. Вот этих юнитов я забираю. Пойду исследовать карту. Потому что здесь был какой-то подъем. Хочу увидеть, что там. Хотя... Вот так вот сделаю. Травам просто посмотрю.
Тут совиные медведи. Надо на них напасть. Делаем волчар и атакуем. Ну, вроде все пока изёво. Так, еще надо разведать, где что есть. Куда можно еще сходить? Что можно? Вот здесь еще подъем есть. К слову. Если тут есть подъем, то значит там можно что-то найти. Здесь у меня когти. Когти это плюс 9, это хорошо. А что у меня тут? А тут у нас кентавры. Уходим, уходим. Идем все на этих кентавров. Типа эти шмотки пойдут на следующие миссии. Теперь у меня вот есть плюс 9 урона. Плюс 9 это... Офигеть. Такие когти, это имба. Что еще может быть? Собственно, идем вот сюда. Где еще могут быть какие-то юниты? Здесь все темно. Исследование завершено. Здесь что? Здесь ничего. Окей. Да мне пофигу, кого я тут потеряю уже. Не жалко юнитов. Вот здесь вот случайно нет какого-то подъема? Ну вроде нет. Ну ладно. Жаль, но ничего пока не вывел с этих кентавров. Да, может, и не надо ничего с них выбивать. Кстати, вот здесь вот я не был. Странно, но факт. Но здесь точно ничего нет. Тупо не может быть. Хотя... Скоро иссякнет. Блин, не знаю. Надо разведать самому. Дополнительное задание выполнено. Сильно? Что тут скажешь? Так, ну тут и правда ничего нет. Это хорошо. Это означает, что я сделал почти все в этой миссии. Можно, значит, идти дальше. Вот с этой моей битой армией отправляться в путь. Блин, я представляю, что будет в последней миссии в этой игре, которую я когда-то на обычном уровне сложности не осиливал пройти. А, тут, кстати, есть с кем подраться. С катапультами с моими. Шикарная армия из катапульт. Пропустите. Некуда класть. Лечебное зелье. На самом деле мне вот эта вот штука вообще не нравится. Лучше пускай лечебное зелье будет. Так, теперь вот с этим подремся. Ой, а тут, кстати, сильный кентавр. Там очень сильный кентавр, он воскреснет. А задиру стал уже, да? Надо паучар нанять. Убили меня Кадоя. Вот это он застанил. Серьезный молодой человек. Блин, тут еще надо нейтралов этих победить. Но этот на изи отлетел на самом деле. Изикатка, че? Свиток исцеления. Ну, свиток надо забирать. Да ну не стукай. Жалко, опыта я за него не получу. Жалко. Не жалко, а жалко. А то совсем уже язык отваливается. А с этого что? Рукавицы огра. Ну это все статы, это надо забирать.
Так, теперь мы получаем. А, тут гарпии получаем. Мы, я и правда пришел получать, походу, туда. Черт. Отменяю богаев, нанимаю вот этих парней и вот этих. Все, все, не бейте. Жду, когда придет моя армия. Так. А что ты тут делаешь, молодой человек? А, я его сюда на разведку отправил. Окей. Так, ну, уже потихоньку появляются у меня молодежь. Отправляем ее сразу туда. Половина в пути уже. Сетка, благо, теперь есть. Можно с сеткой что-то делать. Так, нанимаем. Нанимаем, призываем волков. И идем в атаку. Пускай. Спустить можно мне кого-то? Да, можно, видимо. Можно не убивать мне трава. Спасибо. Нас атакуют. Так, все, бьем все вот это дерьмо. Бесячее. Золотой рудник обрушился. Где у меня есть еще кем спустить? Вот этим есть спустить. Че упало? Так, ну нормально, венец благородства. По сути, все шмотки есть теперь. Спускаем женщину. И объясняем, что она не права. Теперь вот эту женщину спускаем. Кого есть еще спустить женщину? Отлично. Все женщины спущены. Так, дирижабли. Дирижабли просто отправляем на базу. Давай дирижабли в лагерь своей армии. Все, все, все возвращаются. И ты возвращаешься. Блин, он с Камызяка сюда ехал. Столько времени. Этот охотник за головами. А тут уже все закончилось. Все, все, хорош. Тут у меня остался еще один охотник за головами. Так, тут у меня обрушился этот. Идите вон в дальнюю шахту, добывайте золото. Что еще делать? Хм, что же вот тут у нас? А зачем мне на базу вести дирижабли? Я дирижаблями хочу узнать, что у меня тут. Ну, тут у меня ничего нет, к сожалению. Могли бы сюда какую-нибудь фишечку добавить, ну там, я не знаю, дракона какого-нибудь, чтоб, типа, ну, просто так, чтоб было. То есть, добавили дракона, я на дирижабль залез, убил его, и типа такой, какой я молодец. Так, а вы вот в ту шахту, а ты вот в эту. Ну, впрочем, я рад, что я справился. Потому что пердак горел сильно, когда я проиграл в первый раз. Всем спасибо за просмотр. Счастливо. Отлично. К утру мы уже доберемся до каменного когтя. Настоящий воин просто очистил бы перевал от людишек. Ты что, Гром, выжил из ума? Я тебе отдал четкий приказ оставить людей в покое. Что, черт возьми, с тобой происходит? Он еще мне нотации читать будет. Щенок! Эти слизняки заслуживают смерти. Разве ты не чувствуешь, Трал? Это совсем как тогда. Как будто где-то рядом демоны. Не знаю, что нашло на тебя и твоих воинов,
но впредь я не допущу подобных приступов кровожадности. Прости, Трал. Ты прав. Я справлюсь с собой. А если нет, Гром? Я не могу так рисковать. Веди свой клан в северные леса и построй для нас лагерь. Вернувшись от Оракула, я найду вас.